Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в Хастл Кастл. Ну-ка, что у нас тут? Огненное перо, да, значит? Воскрешает союзника. Ясно, давайте сразу следующее поставим. Почему бы и нет, да? Пускай делается. Нам, как говорится, пригодится. Отлично, забираем деньги. Яблоки, естественно, яблочки. Так, седьмой повар получил, алхимик шестой и пятый уровень. Салаги. Так, бревна собираем. Обязательно, обязательно нам нужна сталь. Ну и вроде бы как все, да? Да, ребят, у нас 2 миллиона 252 тысячи. Мы с вами, наверное, можем что-нибудь хорошее сделать. Вот только что. Так, жилая комната, она мне не нужна. Так, магическая лаборатория, арсенал. Давайте, наверное, с вами сделаем арсенал. Мне очень сильно нужен вот этот парень, Кракен. Блин, 3 дня будет делаться, а? Так, здесь 12 часов осталось ждать. Ну, в принципе, ребята, в принципе, я думаю, что это нормально. Ремесленный цех, это еще 750 тысяч нужно. Так, посмотрим, давайте, что у нас здесь вообще есть по карте. Реально ли набить эти деньги? Думаю, что здесь будет тяжко мне именно с этим братком воевать. Жаль, конечно, 200 тысяч. Довольно хорошая сумма. И к тому же у него кракен есть. Это для меня плохо. Поэтому не буду здесь стоить. Мы его обходим мимо. Давайте глянем еще кого-нибудь. Так, здесь 52 тысячи, ага, 196. Так, здесь у нас 14, 13, ну, ребят, такими темпами я думаю, что нет резона даже копить 3 ляма. Элементарно не получится. Сами прекрасно видите. Не-не-не-не, ну что это, а? Ну, 6 тысяч это вообще, ну, давайте сменим. Ну, 91 тысячу мы, например, сейчас срубим. Ну, это, опять же, не выход из положения. Сейчас быстренько мы этих расколбасим, ребят. Так, отлично, все. Ах ты, елки-палки, рисанули. Ладно, падает воин. Магов, естественно, мы разбираем. Ну и что, нам соточка сейчас ровным счетом ничего не даст. Даже не соточка, а 91 тысяча. Итого у нас получается 2 миллиона 344. Ё-моё, это 700 тысяч еще надо, ребят. У меня элементарно даже яблок не хватит. А оставлять такие деньги и уходить из игры, я думаю, это будет глупостью. Вот поэтому я и хочу сделать арсенал. Ну что у нас тут? Кража золота, кража маны. Это для прогресса. Ровным счетом не поможет мне здесь ничего. Улыбочки, деньги, опять же улыбки. Ну яблоки, что? Ничего не дают. Давайте возвращаем своих ребят на место. Они уже тут выздоровели. Так, броня будет еще почти 19 часов делаться. Это очень долго, ребята. Как же все-таки здесь долго делаются броники, а? Ну и оружие тоже. Причем это зеленка, не забывайте. Так, Вильямс, ну что там у тебя? 24 тысячи. Ну давайте вот сменим разок. 95. Ну, накумарю я его. Да, конечно, он еще и в игре. Ну, давайте здесь попробуем. 96 тысяч. Что у них тут? Такая стабильная сумма, 96 тысяч. Ни больше, ни меньше. Давайте раскумарим тогда этого паренька в начальной броне еще к тому же. Это его не спасет вообще. Никак. Давай, падай, хорош отбуянить. Так, магичка тоже лежит. 19 очков ПВП я получил. Которые нафиг бы мне они, как говорится, в одно место. Так, и что? Ну, почти 2,5 миллиона. Все, яблок у меня нету. Сделать я, естественно, ничего не могу. Поэтому, ребята, я буду делать арсенал. Вы уж меня не обессудьте, но кракен, он тоже как бы нужен. Или магическую лабораторию. Нет, я все-таки сделаю арсенал. Все, тем более будет делаться. А нет, не делаться, это будет улучшаться 3 дня. 3 дня, ребята. Ну что же,
441 тысяча у меня осталось. Яблок всего 27 тысяч. Естественно, я ни на кого напасть не смогу. Пофармить тоже не получится. Орков у нас на карте нету. Все я здесь забрал, что мог. Так что я, наверное, ребят, даже не знаю. Ну вот, прогрессик забрал еще один. И что у нас здесь выпадет? Ну-ка, на повара. Ну что ж, хоть что-то выпало на повара. На 23 уровень. Ладно, ребят, давайте сделаем так. Немножко отдохнем и встретимся с вами немножечко попозже, когда хотя бы уже будут яблоки у нас. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй. Продолжаем проходить игру Hustle Castle. Так, что такое? Победа. Ага, понятно. Спасибо вам, ребята, за подарки. Я их получаю. Шикарно. И сейчас я вам тоже отправлю. Как говорится, поехали. И кто у нас? Ну, первый, наверное, как всегда, ничего не получит. Алекс Иш. Да, как видите, ничего не получается. Давайте-ка еще разок. Все, Леха, получай. Так, Деловар, отлично. Теперь кто у нас? Станислав. Все великолепненько. Давайте следующего. Евгений Рудаков. Отлично, Женька. Так, а следующий у нас Декхен. По-моему, эти ребята уже повторяются, или мне кажется, а? Павел Бармин, держи. Так, Никита Брик. И еще трое осталось. Игорь. Так, и последняя двоечка. Ага, вот что, внизу Андрей Гусев. И кого-нибудь вот так. Кирилл. Ну что ж, ребята, все, отправил. Еще раз спасибо вам за подарки, что вы присылаете. Боец у меня получает 17 уровня, а здесь 5-го. Да. Нафиг они вообще у меня здесь стоят, по большому счету. Я уже и не помню, для чего я сюда их поставил. Но, тем не менее, ребята, у меня так, алхимик 7-й. Так, это яблоки. Вау, денег. Почти лям у нас с вами. Так, ну, естественно, железо забираем здесь. Так, манна. Бронька сделалась, ребята. Одеяние мистик, 58 уровень. Забираем и сразу делаем следующую. Все шикарно. Через 2 часа, кстати, у меня будет оружие сделано еще. Так, здесь 2 дня, 2 часа. А, какой? 1 день, 23 часа. Ну вот, отлично, ребята. 1 день, 21 час. Чем больше там будет стоять людей, тем сокращается время постройки, насколько вы помните. Ну что же, давайте, а это что? Давай-ка вот сюда иди, браток, нифига себе. С таким большим уровнем он там у меня сидит и лясы, видите ли, точит. Совсем припух, парнишка. Так, а ты у меня что, родная, скажешь? Так, ну-ка, давай-ка, наверное, тоже сюда ее. Отлично. Все, ну, а эти... Ну, эти, наверное, пускай тут и стоят у нас пока. Так, 20 уровень алхимика. В принципе. И все, да? Да, ребята. Блин, орков нет на карте. Жаль, очень жаль, конечно же. Так, заберем улыбочки. Так, 40-й, 9-й. У того 40-й уровень бойца, кстати, был. Угу. А у этого, ну, это салаги все. Правильно, пускай они все там будут стоять. Хотя бы арсеналка ускорится. Блин, мне надо было дурачку-то раньше сделать так. Совсем забыл, что при постройке здания, когда в нем стоят люди, оно быстрее строится. Так, красава у меня 55 уровня. Угу. Надо ее до 60-го по-любому раскачивать. Или хотя бы до 58-го. Там уже я смогу что-то себе новенькое напялить. Так, иди-ка сюда. Красава, иди сюда. Сейчас мы перекинем это все дело. Так, а тебе куда? Даже не знаю. Да, иди, в принципе, на повара учись. Почему бы и нет. Так, этот у нас по максимуму развит. Этих я пока не буду трогать. Ну что, вы все, прибежали? Давай, родная Светлана, снимай с себя все. Так, отлично.
и пойдешь, наверное, у меня дальше поднимать уровень. Ну, а на красаву, естественно, мы все это сейчас наденем обратно. Так, подожди, а где броня-то синяя? А, вот она. Одеваем. Естественно, ножи синие тоже. Так, отлично. И теперь эти всякие амулеты, талисманы. Так, здоровье. И, по-моему, у меня на крит. Да, на крит было. Все. Ну что, ни за что бы не подумал, что красава у нас опять станет лидером. Надо же, как бывает. Ну что же, улучшите тренировочную бойцу, ребята. Я получаю достижение. И все. Больше мне ничего не дают. Ладно. Тем не менее, у нас с вами 11 сундуков подарочных. Орков нету. Давайте, может быть, повскрываем тогда. Первый пошел. Угу, ресурсы, ясно. Со второго у нас то же самое. Ну, наверное, с третьего. Угу, все понятно. Так, давай-ка с этого глянем. То же самое. По всей видимости, ребята, сегодня не мой день. Фартить мне не собирается. Так что буду одними ресурсами наслаждаться. Ну давай. Ну хоть с одного-то ящика выпадет хоть что-нибудь полезное, ребят. Ну неужели 11 сундуков просто коту под хвост? Без шмоток. Ёлки-палки. Последние, ребята. Вот значит как, ребятушки, да? Вы отсылаете мне подарки, а положить в ящичек забываете вещь какую-нибудь хорошенькую, да? На, Рэй, наслаждайся ресурсами. Мы тебе будем дарить только одни ресурсы, и больше ты от нас ничего не получишь. Ладно, ладно, я запомню это все. Ладно, я шучу, конечно, ребят. Продолжаем. Так, забираем здесь весь этот хлам. Иначе я его уже не могу никак назвать. Так, Юлиана, Яромир стоят там, учатся потихоньку. Ну что ж, давайте теперь, наверное, потихонечку кого-нибудь фармить. Как говорится, яблоки у нас есть. Причем довольно прилично. А вот с деньгами немножко. Так, 97 тысяч, 39, 28. Так, Брэндона давайте с вами, наверное, накумарим. По Шурику. Оу, нифига, не получится. Не прокатит. Хотя, ребята, почему не прокатит? Я, в принципе, ничего такого. Ну, у него 70 уровень, конечно, да. Тут очень напряжно будет. Ладно, проедем пока мимо. Родриго, не то все, тоже не то. Блин, да что такое? И здесь вообще какие-то ребята безденежные. Во, 198 кусков. Давайте-ка мы на него глянем. Ага, вот это, наверное, наш, ребята, клиент. У него 92 тысячи мощей. Как видите, фиолетовый шмот, причем обычный. Думаю, что мы сейчас его разберем. Воу, хотя я даже не знаю, ребят, смотрите. Маги мои упали. Упали. Так, ладно. Красава, как же ты слаба. Слаба, красава, как ни крути. Да, нежданчик, ну да ладно. Ну что там опять, кто прибыл? Ага, крыса, кстати, давненько ее не было. Забираем здесь все. Ну что, я даже не знаю, идите лечитесь, что ли, олухи. Блин, как-то не айс. Мне красава не нравится в роли моего, как сказать, полководца, блин. Она, да, 55 уровень, но она такая ватная. Причем, не забывайте, у нее всего 3 звезды. Эх, даже не знаю, что сделать. Качать красаву смысла нет тоже, ребята. Потому что у нее максимальный уровень, по-моему, 60-й будет. Если не 55-й, точно не помню. 3 звезды, по-моему, 55-й это максимальный для нее. Вот. И для чего она у нас пригодится? Да ни для чего. Можно было бы ее, в принципе, даже и выгнать. Но она, как-никак, мой первый воин. И мне, честно говоря, жалко ее выгонять. Тем более, все-таки 55-й уровень бойца. Даже элементарно где-то прикрыть замок. Может быть, там, я не знаю, после обновления что-нибудь будет. Какие-нибудь дозорные вышки. Будет у меня там стоять, вполне сгодится. Ну, что мы можем с вами взять здесь? Жилая комната. 1,5 миллиона, да? Угу.
Но по большому счету она мне не нужна. Мне вот даже лесопилка, скорее всего, пригодилась бы больше. Так, сарай, столовая, казна, госпиталь. Ой, тут такие цены уже пошли, ребят, что заоблачные в данный момент. Вот ближайшее, что я могу сделать, это этот, лесопилку, короче, усилить. Эх, ну да. И то мне нужно еще 800 тысяч набить для начала. Но этого, наверное, у меня не получится. Давайте еще раз пробежимся по врагам. 27, 198 тысяч. А здесь 38, 195. Нафь. Ага. Так, давайте его глянем. Ну, давайте попробуем, а почему бы и нет. Кто не рискует, тот, как говорится, не пьет шампанское. Так, метеорит мой упал. Немножко их покоцал. Еще ледяночку. Так, воин упал, замечательно. Слушайте, есть шанс. Небольшой, но есть. Хотя все, все, ребята. Магов мы разбили. Да, я, конечно, всю магию практически спустил. Что не сделаешь ради 200 тысяч золотых. Ну да. Так, у меня 1 256 000. Маловато, это еще нужно. Если за 1 800 000 что-то брать, то почти 550 тысяч. Да, даже, да, 550 тысяч. Элементарно не хватит у меня яблок столько накопить. Так, броня на 58 уровень. А у меня пока нет таких героев с таким уровнем. Плохо. Ну, арбалеты надо один разобрать. Удаляем его. Так, союзнику восстанавливать, да? А здесь наносит урон врагу. Разбираем. То же самое. И тебя. Так, и тебя тоже. Сфера. Давайте ее тоже бахнем. Она нам не нужна, уже долго там лежит, к тому же пылится. Рубанок. Рубанок-то на 15 уровень. У меня они максимально 15 уровня. Так, я еще, ребята, сделал прогресс, смотрю. Ладно, давайте этих олухов всех возвращать. Забираем прогресс. Давайте глянем, что здесь будет у нас. Оу. Покоритель глубин. Это же у нас для шахтеров. Для шахтеров. Что-то я не понял. А у меня что, шахтеров даже нету? Или... Что-то я не врублюсь маленько, блин. Я построил, а шахтеров не назначил? Или там не надо назначать никого, она сама добывает? Что-то я вообще все путаю. Так, ну что, Матвей, давай-ка глянем. Блин, точно, ребята, я не поставил сюда шахтеров. Заигрался, называется. Так, тогда и ты иди сюда. Бегом, тебе сказал. Так. Ладно, там, по-моему, максимум можно двух поставить. Вот они там пускай и стоят. Елизавета. Так, давай, наверное, сюда тебе до кучи. Чтобы арсеналка моя как можно быстрее построилась. И тебя, Александра. Все. Пока все нормально. Ну что, эти ребята у меня выздоровели. Давайте их возвращать. Закажем магию. Вначале заберем, конечно же. Так, отлично. Ой, с магией тоже, ребята, напряженка. Что мне тут осталось? Броня и скорость. Да, далеко не уедем. Это точно я вам говорю. Но, тем не менее, за сегодняшнюю серию мы с вами улучшили, точнее, поставили на улучшение арсеналочку.
Так, ну-ка давай, где там колечко? Вот оно. На первый уровень, да? Как раз оно ему подошло. Все, пускай добывает мне сталь. Так, а вообще интересно, сколько у меня запас? Наверное, 250 тысяч максимум стали я могу накопить. Этого мало, ребята, очень мало. Надо будет потом склад, наверное, все-таки делать. Блин, ну как вот накопить деньги, а? Ну 65 тысяч всего дает. Да это смех, это крохи. Мне минимум нужно за каждый бой снимать хотя бы соточку. Хотя бы. Ну, а такими темпами, да. Я, пожалуй, за эту серию ничего не смогу накопить больше. А хотелось бы. Так. Все, падай. Надоело ты уже мне. Выделываешься там. 65 тысяч золотых. Просто, знаете, слезы. Так, ну давайте здесь посмотрим, что ли. Так. 198. Вот это я понимаю, но... Слушайте, а... Блин, я не знаю. В фиолетовом шмоте 92 тысячи мощей. Как-то меня даже немножко смущает. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. А, мы же на него нападали, да, уже вроде бы? Ну-ка, сейчас мы немножко другую тактику сделаем. Так, а теперь вот так. И еще одну сейчас запалю. Да нате, выкусите, гады. Слушайте, ребят, смотрите, все элементарно и просто. Я просто разорвал. Да, конечно, я опять спустил всю магию. Но зато получил 200 тысяч. И у меня уже 1,5 миллиона на счету. Еще нужно 300. Слушайте, а у нас за 1,5 ничего нету? По-моему, нифига у нас нету. Так, давайте все, что здесь у нас накопилось. Блин, сколько еще развиваться, ребята, а? Обалдеть, сколько тут еще строить? А, смотрите-ка, я могу построить жилую комнату. Ага, не могу, знаете почему? Потому что нужно 500 стали, а у меня нет столько. Ё-моё, вот теперь не задача, теперь у меня головная боль, как копить сталь. Для этого нужно, что, хранилище для нее. О, 1,6 миллиона стали, вы представляете, а? Раньше проблема была в деньгах, помните, да? Потом проблема была в мане. Потом в дереве, а теперь в стали. Все взаимосвязано, елки-палки. Нет одного без другого, как говорится. Поэтому все, надо копить на склад. Или же развивать как-то, я не знаю. О, 116 тысяч. Давайте забирать свои последние крохи магические. И ставить, конечно же, новую. Так, ну что, получается у нас еще один бой. Если мы его вытянем, нам это все равно не поможет, ребята. Даже если мы выиграем. Надо как минимум два боя. По... Блин, по 200 тысяч хотя бы. Не по 200 тысяч, я имею в виду по соточке каждый бой. Вот как вот этот вот. Давайте мы сейчас его разберем. Яблок должно хватить, по идее. Но магию сейчас приберегем. Я не буду ее, как говорится, тратить. Так-так, отлично, разбомбили. Ну что, пока все нормуль, ребята. Магию я сохранил, 116 тысяч я получил. Значит, у нас с яблоками что там, 139 тысяч. Даже если мы кого-то заменим, в принципе, должно хватить. Не хочу ничего сглазить. Сейчас мы это все посмотрим. И, возможно, я все-таки наберу 1,8 миллиона. Так, давайте глянем. О, колечко на дровосека. Так, пускай мои ребятушки тогда отхиливаются. В чем еще тут проблема, а? Так, ну ладно, сталь понятно. Я понял, что надо обязательно нам ее копить. Для этого нужно хранилище, плюс еще увеличивать сам рудник. Кстати, да, сам рудник, его же тоже надо увеличить. Че у меня там комнатушка 2 на 2, блин.
Это незадача, и все это требует ресурса. Так, кого можно еще сменить, а, ребята? Вот, 99 тысяч, нормально, в принципе, давайте глянем. Ах ты, ядрить тебя на корень, и сменить его нельзя. Нет, я его, наверное, не одолею, только магию всю спалю, и толка никакого не будет. Давайте тогда порыскаем кого-нибудь другого. Здесь нельзя, тоже нельзя. Так, 58 тысяч мощей, просто наплевок. Ладно. И Рональда. Эх, ядрить его на корень. Ну, тут три персонажа. Вообще, просто зашел, мечом махнул, и они упали все. И 32 тысячи я получил. Так, Гроки. 55 тысяч, уже что-то. Ну, давайте. Давайте его бомбанем. Как говорится, лишь бы нам накопить нужную нам сумму. Но почему-то мне кажется, что не получится нифига у меня. Так, что-то там пыхтит, кряхтит, но ничего у него не получится. Так, все, забомбили, здесь забомбили. И лучника убили. Все. Так, 55 штук. Итого у нас по общему балансу. Блин, да что ж ты будешь делать, а? Почти 1 700 000. Ребята, буквально один бой на соточку, и все. И мы бы были бы с вами на коне. А тут нифига не получается. Так, и с яблоками напряженка. О, сундук синий. Это уже что-то. Давайте-ка по-быренькому посмотрим, что здесь. Ну, да блин, на дровосека, елки-палки. Зачем мне на дровосека? Дайте мне на воинов что-нибудь, а? Что вы мне пичкаете все этим... тряпками своими, блин. Ах, нет слов у меня. Ну что же, давайте глянем еще раз на карту. Хотя там смотреть-то и нефиг. Там уже, по-моему, остались одни слабаки. Ну, 28 тысяч. Поменять не могу. Почему, не понимаю я. Вот только разведать. А где сменить противника? Может, он мне не нравится? Да, на них только, блин, ПВП-очки зарабатывать, а не деньги. Нифига тут ничего хорошего нету. Ну, а здесь что? Родриго. Ну, 24 тысячи. Фигня. Тут тоже слабо. Ну, чё вот на него нападать, а? Вата ватой. Нет, не будем мы его трогать. Санька этого. В общем, ребята, за эту серию, блин, как назло, у меня, видимо, не получится ничего сделать, да? Да, по ходу дела... Но жилую комнату я не хочу. Вот давайте лесопилку сделаем, а? За 200 тысяч. Да ну, толку от этой лесопилки вообще никакого. 200 тысяч я потрачу, да? И 85 тысяч дерева. Не, не будем. Ну ладно, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Соответственно, всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях и продолжим играть в эту замечательную игру. А на этом все. Всем пока и удачи.